Добрый день! Начинаем урок русского языка. Тема урока – слог, слогообразующая роль гласных, перенос слов с одной строки на другую. На уроке вы познакомитесь с ролью гласных в образовании слога. Научитесь делить слова на слоги. Узнаете правила переноса слов с одной строки на другую. Разгадайте ребусы. Какие слова у вас получились? Рыбаки, уха, карась, карп. Назовите гласные звуки в словах и посчитайте их количество. Карп – один гласный звук «а». Уха – гласные звуки «у», «а» – всего два звука. Карась – два гласных звука «а». Рыбаки – гласные звуки «ы», «а», «и» – всего три звука. Прочитайте данные слова по слогам и посчитайте количество слогов в каждом слове. Карп. Один слог. У-ха. Два слога. Ка-раз. Два слога. Ры-ба-ки. Три слога. Совпадает ли количество слогов и гласных звуков в словах? Совпадает. Какой вывод можно сделать? Сколько в слове гласных звуков, столько и слогов. Слова могут состоять из одного, двух и более слогов. Учитель дал задание учащимся записать в тетради слова в следующей последовательности. Карп, уха, карась, рыбаки. Когда ребята стали записывать их на строке, то у некоторых детей слово «рыбаки» не уместилось, и они перенесли его вот так. Ры-баки, рыб-аки, рыба-ки, рыбак-и. Все ли ребята правильно перенесли слово? Нет, не все. Почему некоторые дети допустили ошибки? Они не знали правил переноса слов. А вы с ними знакомы? Нет. Сегодня на уроке мы познакомимся с вами с правилами переноса слов, которые существуют в русском языке. Правило первое. Слова с одной строки на другую переносятся по слогам. Ры-ба-ки. Знак переноса называется дефис. А какое правило переноса можно сформулировать по данному слайду? Чего нельзя делать? Слог из одной буквы нельзя оставлять на строке и нельзя переносить на другую строку. Уха. Первый слог состоит из одной буквы У. Значит, его нельзя оставлять на строке. Змея. Второй слог состоит из одной буквы «я». Значит, его переносить нельзя. Прочитайте слова. Лайка – зайка. Коньки – письмо. Подъезд – отъезд. Какие буквы выделены в каждой строке? В первой строке выделена буква «и» краткая. Во второй строке буква «мягкий знак». В третьей строке твердый знак. Где стоит знак переноса по отношению к выделенным буквам? Он стоит после букв «и» краткая, «мягкий знак», «твердый знак». Сформулируем третье правило переноса. Слов, в которых есть буквы «и» краткое, «мягкий знак», «твердый знак».
Буквы и краткая. Мягкий знак, твердый знак. При переносе не отделяются от буквы, за которой они стоят. Зайка, коньки, подъезд. Давайте обобщим все правила переноса слов из одной строки на другую. Правило первое. Слова с одной строки на другую переносятся по слогам. Правило второе. Слог из одной буквы нельзя оставлять на строке и нельзя переносить на другую строку. Правило третье. Буквы и краткое, мягкий знак, твердый знак при переносе не отделяются от буквы, за которой они стоят. Составим цепочку рассуждений, которая поможет вам правильно переносить слова. На примере слова «лейка». Читаем слово «лейка». Делим на слоги. В слове два гласных, значит два слога. Лейка. Подбираем правило. Букву «и» краткое не отделяем от буквы, за которой она стоит. Переносим слово «лейка». Спасибо за внимание. До новых встреч!